Всем привет, ребят. Ну что, побегали мы в Бравл, потрешивали. Думаю, будем еще бегать, фаниться. Кто играет, смотрите, будут стримчики. Так, ну у нас сегодня, как обычно, аккаунт за десяточку. Очень многие просили, ждут это так. Поехали. Так, что у нас по талантикам? Еще пару надо с пятерками. В общем, вчера я ничего не забирал, не было ничего такого интересного. Сегодня я забрал за вчера и за сегодня, как обычно, по 10, как обычно, сундучки. Почему сундучки? Потому что отсюда падает куча расходников, куча нужных итемов для прокачки аккаунта, книги и прочее. Поэтому вот так вот будем сегодня трешивать, будем пробовать проходить подземочки. В общем, все по максимуму. Так, звук у меня здесь отключен. Отлично. Ну что, поехали. Что там у нас до шапки? Скоро шапка уже будет. Еще немножко. Еще чуть-чуть. Так, окей. Что нам тут надо такое интересное? Ну, кристаллики. Так. Надо будет, кстати, заняться прокачкой и магии и всего. Так, окей. Что-то я после Бравла еще не отошел. Так, поехали, открываем карту. Что у нас тут вообще интересного есть? Воодушки пятые. Ну, такое. Ремки, кстати, у нас до сих пор, ребят, нет ремки. Интересно, сможем ли мы ремку вытащить хоть одну? Я уже кучу коробок пооткрывал. Отлично, смотрите, сколько вторых карт. Ну, нам, правда, герои только по второчке. Так, вторые сундучки. Так, супер, слизни, грубая. Это хорошо. Исцеление у нас уже есть на тыковке. Тыковка у нас уже хорошая. Вот, красные кристаллики, еще два исцеления. Неплохо, неплохо. Так, отлично, 2 СО. Еще в плюс пошло. И рвение 4 штуки, отлично. Так, пятое. Ну, отсюда самое интересное, это книги, конечно же. Так, 100 книг, 200 книг. Ну и, как видите, куча коробок падает. Этим мы откроем по одному. Так, скин. Еще один скин. Они скины нам упадут или нет? Жесть, ребят. Это просто трэш. Ни одних 20... А, есть вот 10 чар. У нас еще некому эволюцию делать, поэтому агментации у нас пока нет на аккаунте. Отлично. Так, что здесь у нас по героям? Давайте вообще посмотрим, что у нас на аккаунте делается. 58, 86. Так, Гаргул. Валька, Роза, Одер. Вот такие герои, скажем так. Так, Лазули у нас еще до сих пор нет. Я думал вчера, кстати, забрать. Ну, что-то я завтыкал. Так, хорошо. Уху-ху. Что у нас еще есть? По героям недостающим. Давайте это потом откроем, посмотрим там по повторочкам. Открываем дальше ништячки. Что у нас есть? 1170 книг. Неплохо, вот это мне нравится. Так, еще ЗП-шки пооткрывали. Вот, отлично, у нас 142. Вот это то, что нам надо, поехали. Будем сейчас дальше пробовать докачивать героев. Так, тыковка у нас десятка. Ворожай десятка, давайте даже не так. Кого нам там надо еще качнуть с таких имба героев? Так, тут десятка, десятка. Сколько десяток, жесть. А шапки так и нету на аккаунте.
Так, Ронина мы пока не трогаем. Ронина нету смысла качать. Призрачный не то. Лиди Лео однозначно качаем. Арктика. То же самое. Череп. Ну, как видите, по чуть-чуть. Вот чем хороши сундуки, то что отсюда так варлока пока не буду. Отсюда дофига падает расходников, которые потом вам пригодятся. Что у нас? Практически все уже. Нифига себе. Вот это мы быстрые. Значит, качаем 70-ки. Скажите, а что он делает? Называется топ-ак, когда у тебя, блин, герои еще без эволюции, но уже с десятками. Так, отлично. Хорошо, с этим мы разобрались, поехали. Повкачиваем. Давайте теперь талантики. Посмотрим, что у нас там. По коробочкам есть. Интересного. 49 коробок, ребят. Офигеть. Так, разброс. Опять начинается трешечок. Смертельный удар. Блин, ну он выпадет нам ремка или нет? Вот мне интересно. Ууу, есть. Опа, есть. Первая ремочка. Отлично. Можно, можете меня поздравить. Я думаю, первая не единственная. Что-то стойкости много падает. Разброс. Да блин, что за жесть? Вот так вот, ребята. Вторая ремка. Так. Смотрим, кто у нас на ремку. Леди Лео на ремочку претендует. Хранитель. У нас, кстати, без скина, ну, пока ему не особо. Афинка. Тоже как вариант. Так, Командора, Стрелок. Еще один Хрон. То чувство, когда не знаешь куча героев, не знаешь, кому сейчас поставить. Ну, поставим на Леди Лео. Здесь ремка однозначно нужна. Поехали дальше. Ожог. Ожог. А кому его ставить? Опять же. А, у нас там, кстати, есть некоторые герои, которым бы, я имею в виду гарнизонных, которым надо пятерки доставить. Ну, чтобы уже все плясало, было красиво. Так, Берс сюда ставим. Так, Огненка, это уже поинтересней. Так, ворожай у нас хороший. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Сюда не надо, сюда не надо, сюда не надо. Надо все-таки начинать качать уже героев, потому что талантики хорошие. Так, Утикаха. Огненка есть. Получше будет. Let's go. Бог войны. Вот так вот даже. Так, бог войны у нас есть. Там такие попроще герои.
кому можно поставить. Вот, например, можно сюда бога войны поставить. Let's go. Так, бег. Это с той же серии ненужный талант. Бум. Да что такое? Где топовые таланты? Я понимаю, что исцеление. Так, отлично. Смотрим, у кого есть скин. Надо, кстати, будет заняться скинами. Напоминаю, ребят, этот аккаунт будет разыгран. То есть я его создал, я его разыграю среди тех, кто участвует. Так, ну, наверное, сюда пока временно поставим, чтобы быстрее прокачалось потом. Ну, хотя я даже не уверен, что мы будем качать таким образом героев. Ведь есть куча книг. Так, отлично, еще одна ожива. Одна ожива, ожива, ожива. Блин, ожива на Огника. Хороша, скина нету на Огника. Так, смотрим, думаем, кому можно еще оживу поставить. Кому она нужна? Блин, кстати, триант. У нас что, трианта нет? Что-то я так бегал, смотрел. Офигеть, у нас трианта нет. Это жестко, ребят. Да уж. Да, я даже задумался, что делать дальше. Это Unreal какой-то. Надо проходить подземки. Так, Оседна у меня с чем? Она, по-моему, соживая уже, да. Блин, вот не задачка. Ладно, на этом пока остановимся. Поехали, посмотрим, что у нас еще по ресурсам есть. 26 коробок. Так, эти таланты я пока не трогаю. Когда есть коробки, есть смысл коробки открывать. Таланты пусть будут на потом. Окей, поехали, попробуем драконами. Вот этими, которые у нас все есть, десятки. Затащить подземочки подальше. Я думаю, это все быстро будет. То чувство, когда твои 5 драконов тащат. Хорошая, кстати, идея пройти подземки драконами. Максимально докуда они смогут. Но надо еще 6-ю таблетку открыть. И надо будет заняться прокачкой питомцев. Какие-то они медленные.
Итого мы только первую эту прошли. Это ужас, как все медленно. Надо срочно тыковку качать. Да, блин, не хватает, конечно, скина на Огника и на Некроса. Надо все-таки заняться, наверное, скинами. Пишите в комментах, что вы думаете, но мне кажется, надо следующий этап делать. Это скины. Ну и плюс питомцы, конечно же. Прокачка питомцев. Потому что без этого... Ну, как бы можно играть терпимо, но... Мы же делаем топ-аккаунт. Так, отлично. Первую прошли. Не прошло и полгода. Так, окей. Давайте еще посмотрим, что у нас есть. Коллекционер. Так. Это можно забрать. Плюс 35. Рейд 3 раза. Ну, поехали в рейд сбегаем. Смотрите, как всекает. Супер. В принципе, можно и не бегать все 3 минуты. Можно просто сделать вот так. То чувство, когда 20-е герои нагибают 100-150-х, да, там, и с эволюциями они тоже, в принципе, могут их шатануть. Отлично. Неплохо тогда. Дракончики летают. Так. А что у нас интересного? Что у нас монетки есть? А, у нас есть 2 целых монетки. Нифига себе! Вот это прикольненько. Надо будет сыграть на основе. Топ халява для бездоната, я вам даже скажу так. СО. Нифига себе. Даже минус 40%. Минус 50% даже получили. Как по мне, нереально круто. На аккаунте за 10-ку. Ну, оно нам не надо, в принципе, но если бы была такая халява на русском, это реально круто. Такс. Окей. Забрали. Космока, порбы. Ну, нам тут ничего не светит, к сожалению. Сейчас еще тут что-то попробуем. А, ничего себе, один шанс даже есть. Давайте, Огник. Это было бы, конечно, очень эпично. Ну, неплохо, ложный. Так. Это что у нас, гифты? В общем, вот так вот, ребятушки. Такой вот у нас трешечок. Будем дальше уже качать. Пишите в комментах, что вы хотите видеть на этом аккаунте. Ну, по чуть-чуть растет. Будем дальше его... развивать. Буду, наверное, качать более таких
топовых героев дальше, потому что надо проходить, начинать локации. Все, всем удачи, всем пока.